Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Братья Бомбастик». Так, что это у нас тут показали, я не понял. Каких-то героев, которые якобы попали в ловушку какую-то. Ага, начало, да? Мы с вами отдыхаем где-то, видимо, на каком-то островке, ни о чем не подозревая. Нажмите, чтобы продолжить. Нажимаем. Ёпарсете, ребят, какое-то вторжение произошло, вы видели? Там города уже просто нету. Ага, какая-то муха. Муха-робот. Опа, мячик отобрала, да, у собачки? Нет, не получилось. Ага, раз не отдала мячик, мы похитим тогда собачку. Так, мы с вами просыпаемся, да? В непонятках в таких. Причем очень разозлились. Вау, вот так вот с лету просто взяли автомат и пошли мстить. Так, пожалуйста, удерживайте устройство двумя руками. Это понятно, ребята. Так, я так понимаю, мне нужно поднастроить, ребята, кнопочки. Поэтому секундочку. Так, ну что же, давайте посмотрим. Так, влево-вправо. Прыгать у нас нету возможности пока. И приседать тоже. Ага. Типа вторжение, да? Зверюга сейчас атакует, стреляй скорее. Проще простого. Поехали, ребят, дальше. Во, даже вот так вот. Можно просто, ребята, наводить, что ли, или как? Или у нас самонаведение? По-моему, у нас, ребят, самонаведение. Бабахни как следует. Вау. Бабахнул. Слушай, ребят, знаете, что она мне напоминает, эта игра? Metal Slug. Все знают такую игрулю? Вот что-то типа того. Да? Ну, можно сказать, что типа контры. Так. Это не бином Ньютона. Стреляй. Йоу, ничего себе. Так, отлично, ребят, мне уже нравится. Во-первых, стилистика игры рисована, я обожаю такие игры. Так, а во-вторых, такой жанр тоже неплох. Имеет, как говорится, место быть. Так, отлично, ребята. Единственное, конечно, плохо, что у нас нет с вами никакого прыжка. А, во, прыжок появился. Это уже радует. Так, давай. Расстреливаем, нет, можно вот так вот бомбануть. Круто. Погнали. Так, прыжок. Ребят, мне, наверное, нужно поднастроить кнопки под каждый вот этот выстрел. Под все, потому что, ну, мышкой как-то не айсово выходит все это дело. Так, перепрыгиваем. Ух, у нас довольно высокий прыжок, если честно. Так, ну что, мы добежали до какого-то бунгало. И заходим внутрь. А, это бар, это бар у нас, ребята, был. Оп-хоп, мы шмотки одели. Генерал, прием, прием. Агент, как слышишь? Нейтронный орб ведь у тебя, да? Прием. Кейт, нас атакуют пришельцы. Ух ты, это так круто. То есть я хотел сказать, так ужасно. Ну да. Послушай, принцессу, конечно, жаль, но ты совершенно не о том думаешь. Ты должен вернуть нейтронный орб. От него зависит судьба мира. А, ребята, я думал, что это мяч был, а это нейтронный орб какой-то. Так, победа. Завершить испытание огнем, полюбоваться фейерверками, бабахнуть как следует. Все это мы с вами выполнили, и у нас награды. Слушайте, неплохо. Бомбастик Бразерс. Отлично. Давайте смотреть, что дальше будет. Мне уже, ребята, нравится эта игра. Не знаю, как вам. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Если вам зайдет, мы будем ее, естественно, ребят, проходить. Так, что он меня дразнит этой собакой, а? С нейтральным орбом. Тьфу ты. Это поселенцы местные. Так, хорош, хорош вот своими этими лучами бомбить лазерными. Так. Хорош, отойдем, отойдем, отойдем. Так, подожди, олухи бегут. Давай, 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 стреляй. Отлично, пока все по красоте. Двигаемся. У нас, короче, ребята, я так понимаю, безграничный, да? Вот эти вот гранаты. Твою же налево. Не вышло ничего, ладно, подождем маленечко. Сейчас у нас сделается откатик и... подбил. То есть я могу, ребята, вот сюда подпрыгивать. Я думаю, это нам нужно будет пригодиться. Воу, тихо. Фига ты хитрожопый какой. Ребята, у нас получается самонаведение. Вот что я хочу вам сказать. Вот прыжок, конечно, надо бы... Мне кажется, прыжок надо сделать, ребята, вот на кнопочку вверх. Потому что, ну, так дело не пойдет, на самом деле. Так, двигаемся дальше. Вау-вау-вау, тут у них вечеринка такая местная, да, типа? Довольные, тут вторжение. Мы выслали небольшой подарок, тебе понравится. Ну, дай подарочек мне, пожалуйста. Я понял, что надо стрелять. Так, погоди-ка, а что нам здесь показывают? Ничего, показалось мне. Йо,
У нас, ребята, другая пушка стала. Давай проверим ее. А что это за... О! Три выстрела уже. Слушай, мне нравится. Давайте всех роботов, дронов бомбить. А зачем, интересно, им этот орб? Ну, я думаю, что нам рано или поздно расскажут, для чего это нужно все. Так. Ёлки-палки, смотри, что происходит. Оу, тихо! Да, я этого говнюка подобью. Здесь подбили, отлично. Ну что, двигаться дальше надо, да? Нет, ребята, тут, по ходу дела, нужно отбить вот эту вот атаку. Вот это вот вторжение. Минимальное, так скажем. Хорошо, мы это сделаем. Смотри, твоя собака, скорее за ней, она приведет нас к орбу. Подожди, судя по показаниям приборов, скорее всего, орб находится внутри принцессы. А, принцесса — это собачку звать. Что? Нужно скорее его вытащить, я понятия не имею, что может произойти, если мы его не вытащим. Ладно, агент, похоже, будет по-твоему. Первым делом спасаем принцессу. Собаку звать принцесса, понятно, она съела орб, ну вы сами это прекрасно видели. Теперь нам надо и орб забрать, ну и, естественно, и принцессу спасти. Так, два, теперь я капитан. Начать. Так, что у нас тут, ребята, это, я так понимаю, миссии, да, обычно сложно еще есть. Поехали. Редкий уровень 1, Джефф. Мы играем с вами за Джеффа. Потом тут, конечно, будут еще какие-то новые персонажи, которых, наверное, со временем можно будет открыть. Но в данный момент, естественно, будем играть только нашим Джеффом. Так, опять показали мне нашу собачку-принцессу. Ты опять ее упустил? Отпуск сделал тебя рохлей. Мягче коровьей лепешки. Фух, гадость. И это, по-твоему, гадость? 5 минут назад ты ковырялась в мозгах пришельца. По локоть. Угу. Выкуси, гаденыш. А чё, ребята, а чё мне опять дали этот обычный автомат-то, ёлки-палки? Где мой суперский автомат? Я не понял. Я не понял этого юмора. Так, что ты там стоишь, стреляешь мне, стрелок ворошиловский. Так, перепрыгиваем. Не бойся, парень, я тебя спасу. Так, вот этот вот жирный какой-то, ребята. А, наверх не можешь стрелять, олух? Да? Хе-хе. Вот и поплатился. Так, уйди. Перепрыгиваем это все дело. Так, тихонько, тихонько. Не буяним, ребятули, не буяним. Хоть у меня есть ракетный залп. Слушай, а это 35 ракет у меня, что ли, показывается, вот это число? Ну-ка, давай проверим. Довольно неплохо бомбит. Так, маленькие дроны тут зависли. Это все для нас... тихо, 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 тихо. Давай сюда вот запрыгнем. Так, оружие какое-то. Дайте, наверное, тот самый... Да, ребят, тот самый автомат. Metal Slug в улучшенной версии, ребят. Тихо, подбили. Ребята, не бойтесь. Мы с вами на острове. Я так понимаю, что, наверное, тут будут разные всевозможные локации. Не только вот этот остров. Просто в данный момент мы якобы тут на отдыхе с вами были. Поэтому у нас... Эй! Тихо! Ёлки-палки. Немножко, конечно, неудобно мне все это делать одной кнопкой. И прыгать, и стрелять, и сами понимаете, да? Дай-ка я так бомбанул. Куда ты бомбишь-то? Так, ребят, что-то там выпало новенькое, интересное. Давайте-ка, наверное, посмотрим. Это, по-моему, отхил. Да, скорее всего, это была лечащая у нас аптечка. Ну что ты, что ты? Погоди-ка, я не могу, ребят, туда почему-то. Поехали на пролом. Погоди-ка ты на пролом, там их слишком много. Так, снаряды не долетают? Нет, ребят, долетает все у них. Да подавись ты! Не туда ты стрельнул, парнишка. Абсолютно не туда, куда я хотел. Нет, все-таки надо прыжок, ребята, на другую кнопку поставить. Ну это вот так вот все манипуляции делать как-то не айсово, серьезно вам говорю. Так, опять, видимо, да, какой-то чекпоинт, где эти улухи. Воу-воу-воу-воу-воу, там, ребята, оружие летит новое. Да хорош ты! Нет, это, ребят, не оружие, это была у нас аптечка. Ладно, хорошо. Все, прошли или нет? Босс! Хорош, серьезно, что ли, босс? Ребят, действительно, босс. Тихо ты! Вау, вот он что делает, чудит-то. Чудит по чернаку, я вам скажу. Так, ладно, я пока расстреливаю, ребят, во. Твою же... Да, я так могу сфейлиться, если честно, ребят. Блин. Так, луч. Перепрыгиваем. В принципе, босс липовый, на самом деле. Легкий. Но это самый первый был, да? Все. Я потом, ребята, уже на следующей серии, наверное, все-таки... Что такое? Что это?
Ничего себе. В сортир залезли, а он оказывается на каком-то корабле, оказывается, да? Ладно. Ты как раз вовремя, добро пожаловать на базу. Надежный оплот человечества против инопланетной угрозы. Вернее, скоро станет надежным, когда достроится. А все проклятое сокращение военного бюджета. Давай-ка покажу тебе, что здесь и как. Так, это ребята, скорее всего, как бы типа нашей базы получается, да? Замаскировали что-то главное, прикольно. Так, забрать, ребят, вот эти вот ящики мы забираем. А почему мы их не можем с вами открыть? Или, может быть, еще не время? Так, новый уровень 2, награда 10 гемов, 15 жетонов, разблокировано оружейное. Открыт новый корабль, мухобойка 4000. Ох ты, ничего себе. Поздравляем, теперь у тебя есть собственный корабль. Здесь можно управлять героями и их снаряжением. Кроме того, здесь можно разблокировать новые режимы игры. Для начала отстрой оружейную. Угу. Конечно, ребята, отстроим. В этой комнате можно открывать ящики и находить в них новые предметы экипировки для героев. Строить 100 монет. Бесплатно мне дают возможность закрыть. Так, оружейные. Ящики с экипировкой. Теперь у нас есть оружейные, а тут можно открывать ящики со снаряжением. Ты будешь получать ящики в награду, но раз в несколько часов в оружейной будет появляться бесплатный ящик. Ага, открыть. Отлично, ты получил новую мощную винтовку для Джеффа, давай возьмем ее в руки. Конечно, возьмем. О чем тут можно говорить? Ребят, ну я ведь еще же какой-то ящик заработал, ведь так же, за прохождение миссии. Вот он висит, по-моему. Так, что тут у нас? Экипировка. Так, давай выбираем, надеваем. Ага. Это та самая винтовка, которую, ребят, мы с вами находили. В бой. Вау. Так, 11 актов у нас, ребята, в игре. Мы в данный момент с вами на первом акте. Я так понимаю, 6 миссий вообще всего здесь. Мы с вами прошли только 2, еще 4 нужно будет допройти. Так, третий, человек с пистолетом. Угу. Человек с пистолетом. Ну что ж, давайте начинать. Естественно, нам пока доступен только Джефф. Показать инвентарь, нам это не нужно. Начинаем. Тут, кстати, еще рекомендованная мощность персонажа. Если она меньше, скорее всего, нас туда не будут пропускать на этот уровень. Так что это не стоит упускать из вида. Так, ну что, прогрузка прошла. Ну-ка, дайте-ка я посмотрю, ребята. Да-да, это та самая винтовка, которая стреляет 3 залпами. Отлично. Ну, хорош. Вот. Так, что ты мне показываешь? Так, мы же вроде бы как на корабле как бы улетели. Почему мы опять здесь на этом пляжике развлекаемся с вами, а? Так, тихо, муха. Иди отсюда, не надо мне тут стрелять. Так, олухи. Дай-ка я так перепрыгну лучше. О, этот жарабас. О, его, ребята, еще не сразу подбить, даже мощными ракетами. Вот что я хочу сказать. Да хорош вас, сколько здесь много, а? Так, что ты там расстрелялся? А приседать... А, нет, ребят, все, я могу еще и приседать, помимо прочего. Опять этот квазимода. Так, давай вот здесь вот мы, ребят, постоим. Я смотрю, он не может наверх стрелять, поэтому это для нас хорошо. Не выходит у меня что-то не шиша. Давай вот так вот будем делать. Бомбить его потихонечку. Да ракетный залп в него и все, ему хана. Все, погнали. У ракетного залпа, естественно, ребята, есть перезарядка. В виде там 5-6 секунд. Так, погнали далее, погнали далее. Опять ты. Опять эти маленькие мухобойки. Давай-ка вот так вот. Хоус, минус. Шикарно. Ага, понял. Тут есть, ребята, типа такие вот не чекпоинты, а как бы вот ловушечки, да, где мы с вами должны будем подбивать вот этих всяких монстров. Пока их не прибьем, соответственно, дальше мы с вами не сможем продвинуться никуда. Так, давай дальше. Музычка мне нравится на самом деле здесь. Такая ненапряжная, довольно прикольная, электронная. Все, как я люблю. Так, давай. Подбили? Подбили, перепрыгиваем. С прыжком, конечно, здесь, ребята, все намного туго. Надо будет его переставить, на самом деле. Так, только не говори, что опять босс очередной. О-оу-оу-оу. Мы готовы приступить к испытаниям тяжелого корабельного вооружения. Слово за тобой. Йо-хо. Агент, над океаном только что возникла какая-то большая штуковина. Прежде чем ты отправишься на почти верную смерть, давай-ка снарядим тебя по последнему слову техники. Умирать всегда лучше нарядным.
генерал просто преувеличивает. Нисколько. Чур, аирподы с трупа беру я. Аирподы. Слушай, ребята, ну игрулечка мне нравится. Вот серьезно вам говорю, без преувеличения игра вообще зачет. Так, секунду. Вау, вау. А если я вот так сделаю? На! Сделал тоже мне, называется. Так, тут у нас, ребята, какой-то корабль. Мы на него прыгаем. Ау-ау-ау! Не успел, парень. Извини, извини, да, вот придется тебе здесь сидеть. Ну что, ребята, очередная победа за нами. Ну вот, видите, сундучок же я получаю. Почему мне не дают возможность его сразу же открыть, а? Третий уровень я получил. Награда 10 гемов. Разблокировка. Тренировочная комната. Так, оружейная. Открыть. Так, что нам здесь выпадет? Ты получил новую экипировку, но тебе нужен второй уровень Джеффа, чтобы ее надеть. Давай построим тренировочную комнату и повысим уровень героя. Я, кстати, полностью с тобой согласен, Кейт. Давай мы это все сделаем. 250 монет. У меня как раз есть денежки, и мы с вами будем сейчас улучшать. Тренировки повысят мощь твоих героев, повышая уровень этой комнаты, чтобы получить доступ к новым уровням персонажа. Понятно. Бесплатно, да? Теперь повысим уровень героя и оденем его. Угу. Так, новый уровень, 25 жетонов. Теперь я понял, ребят, для чего нам нужны жетоны. Так, а я могу еще сделать? Эть, выбери слот для предмета. Так, новая. И что? 488 здоровья. Одели. Ну, по крайней мере, ребят, у меня уже есть броня. Я смотрю, тут можно надеть будет рюкзак, сапожки, перчатки и каска. Слушай, это уже заманчиво довольно-таки. Что, меня опять отправляет в бой. Так, третий акт из 6. Угу. Улетный антипод. Вау. Смотрите, ребята, мы с вами получим 15 карточек на какого-то нового персонажа, судя по всему. Так, видите, рекомендовано. Ага, а где вот именно рекомендовано? Вот это рекомендация или вот это? Потому что если вот это вот, я нормуль. А если вот это рекомендовано, то я отстаю. Хорошо, давай смотреть далее. Оу, ничего себе. Так, и что я тут могу? Я могу, ребята, стрелять. Йо, стрельнул. Так, прыжки, да, мне здесь еще понадобится, я так понимаю. Юху, ракеты. Причем самонаводящие, это круто. Так, слушай, хорош там уже буянить. Слушай, вот это вот мне нравится, ребята, когда в играх есть разный вид жанров. Не только, где мы с вами бегаем, стреляем, но, как видите, мы... Да ёклман, хорош! Сколько вас тут? Давай, ребята, расстреливать их. Да тут, по-моему, нет смысла перепрыгивать. Лучше вот так вот с ними бомбиться. Босс! Ребята, босс собственной персоны. Естественно, на кораблике я на этом не смогу. Так, отлично. А ракеты я эти подбить не могу, да, к сожалению. Так, он куда-то исчез. Я стопудово уверен, что он появится, наверное. Он просто занырнул, да? Переждать, так сказать. Да, вот он и появляется опять. Так, что он там выпускает? Ничего? Да, конечно, ничего. Он ракеты, ребята, выпускает. Так, ну мы его будем бомбить, ребят, бомбить. Давай еще лучом вот этим вот пришарахнем. Ракеты, пошли. Так, опять маленькие дроны. Интересно, зачем этот орб им понадобился, а? Так, у меня... Я его подбил. Слушай, довольно легкий какой-то босс. Но это, видимо, самое начало. Чё? Вау. Не переживай, дружище. С другого конца планеты к вам прибыло чудо света. Джинджер, ты вернулась? Как всегда вовремя, агент. У нас есть для тебя одно дело, если ты готова. Генерал, за Австралию и двор стреляю в упор, точнее с километровой дистанции. Но тогда ведь не было бы рифмы. Ну, хотя бы в плане тупых шуток, на тебя всегда можно рассчитывать. Ё-моё, ребят, вы... Ничего себе, девчуля стрельнула. Блин, слушайте, ребят, серьезно говорю, игруха мне понравилась. Вот, вообще классно. Йоу, получен новый герой, Джинджер, она снайпер у нас, одна звездочка у нее, отлично, я очень и очень, ребята, этому рад. Фух, то есть теперь я могу, так, стыковой отсек. Тебе нравится игра? Да, мне нравится игра, но попозже. К команде присоединилась Джинджер, чем больше героев на корабле, тем лучше. Вернулся наш шаттл, теперь давай построим стыковочный отсек. Угу, 750 монет. Давай, ребят, построим.
Так, бесплатненько завершаем. Вау. Стыковочный отсек. Героев можно отправлять на боевые задания в стыковочном отсеке. За выполнение заданий можно получить ящики с экипировкой. Угу. Начать задание. Занять позицию и уничтожить врага издалека. Вау, я должен начать. Рекомендовано 2500 на 2500, ребят. То есть я укладываюсь тютелька в тютельку. Погоди-ка, я думал, что они будут сами выполнять эти ежедневные задания. Но, видимо, я буду управлять. Хорошо, снайпера сразу же мне дали. Я не знаю, ребят, что он делает, как он себя ведет на поле боя. Не дай термитам выкрасть военную технику. Переживи три волны. Ага. Новая волна. Хорошо. Так, я понял, ребята. У нее, конечно, мощные атаки, но слишком долгая. Как тебе сказать-то? Так, что это такое? У нее все какие-то одиночные выстрелы, но они довольно мощные. Тут не поспоришь. Дай мне вот эту штуку. Во, отлично. Дайте посмотреть новую пушку, хоть как она на ней выглядит. Воу! Шик и блеск. Но стрелять она уже стала в разы быстрее, на самом деле. Блин, и мощная она, девчуля-то это. Очень мощная, ребят. Зачем я нафиг все тут собрал своим телом? Надо было перепрыгивать. Оп. Так. А вот эти вот, ребята, выстрелы идут только по прямой. Вот шар вот этот вот и вот этот вот скоростной выстрел. Так, это была какая волна? Мне что-то не показали, какая-то волна была по счету. Йоу. Йоу, хорош. Хорош, ребятули. Развлеклись помаленьку и хватит. Так, давай расстреливаем. Все, ребят, победа. Ну, в принципе, не очень сложно. Но это, опять же, скажу, самое начало. Дальше будет, наверное, сложнее в разы. Будем охать, пукать, кричать, волосы на голове рвать. Новый уровень. Так, обучение. Это так я и думал, что это было, ребят, обучение. Играй в ежедневные миссии, чтобы получить больше ящиков с экипировкой. Найди лучшее оружие и экипировку для героев и стань сильнее. Так, проходи кампанию и спаси землю от захватчиков. Открывай новые режимы, включая ПВП. О-о, вот так вот, ребята, новый режим ПВП. Так, я могу открыть, ребята, этот ящик. Вау, Джейсон Би, снайпер. То есть это новая винтовка для вот этой вот Джинджер, да? Тут еще какие-то, ребята, новые герои. Грим, Сирин. Хей, четенько все. Так, ну, естественно, ребята, за гемы мы можем... мы можем открыть с вами один элитный ящик. Как думаешь, стоит открывать? Я думаю, пока не стоит. Так, купи 379 рублей, кристаллы, элитный сундук, жетоны и золото. Ну что, дорогие друзья, наверное, вот на этой ноте мы с вами будем завершать. Вы мне пишите в комментариях, как вам игра зашла, не зашла. Ну, а дальше все зависит от ваших лайкосиков, ну и, естественно, желания увидеть на моем канале эту игру. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам!